Сегодня в МТВ-центре открылась выставка-ярмарка «Торжок». Ее организаторы утверждают, что она пользуется успехом во многих городах России. А вот в Чебоксарах ее проводят впервые. Подробнее об этом смотрите далее. А я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире Национального телевидения Чуваши. Чего здесь только нет. Продукты питания, одежды и украшения. Убедитесь сами. К примеру, из Республики Беларусь привезли всевозможные мясные деликатесы. Причем помимо колбас, покупатели здесь найдут гуся с яблоками, индейку на гриле, утку пикантную. Азовская кондитерская фабрика представляет восточные сладости. Большой выбор меда с Дальнего Востока и с Приморской тайги. Спасибо вам. Скажите, что... Я купила мед с мумием. Я не первый раз покупаю этот мед. Он очень полезный для здоровья и очень вкусный, как шоколад. Так что рекомендую. И кандык у нас очень полезный. Есть такой мед, вот как живокость. Это простонародное название живокость, а литературное – это копник. Это природный кальций, эта травка обогащена кальцием. Очень хорошо укрепляет наши косточки. Вот этим полезное. Ну, диких пчел считается самым сильным медом, самым полезным, потому что этот мед забирается только ручным методом, методом прессы, его выжимает. На ярмарке «Торжок» большой ассортимент конфитюров из всевозможных ягод и фруктов. Приготовлены они на пару без сахара с применением пектина по уникальной германской технологии. Большой выбор орехов и сухофруктов. Есть и знаменитые ягоды годжи. Им приписывают свойства эликсира молодости и уникального средства для похудения. Помимо продуктов питания на выставке представлен белорусский трикотаж, постельное белье из Иваново. Большой выбор украшений из янтаря. Это и лечебные бусы из необработанных камней и ювелирные изделия, в том числе авторской работы. Здесь есть даже иконы, украшенные янтарной крошкой. Организаторы работают только с проверенными поставщиками. Города, да, действительно есть, которые мы постоянно посещаем. Это северное наподобие, Мурманск, Калининград. Также приезжаем в Пермь. В принципе, у нас вся наша территория по поездкам – это вся Россия. То есть, куда мы успеваем, туда мы заезжаем. А постоянно клиенты действительно нарабатываются очень быстро, и они есть всегда за счет качества продукции, которую мы предоставляем. Ярмарка «Торжок» будет открыта на 5-м этаже МТВ-центра до 18 апреля. Время работы – с 11 утра до 8 вечера.